Перед началом офигительной серии Grand Theft Auto 5 я предлагаю вам подписаться на мою группу ВКонтакте, подписаться на мой Инстаграм, Твиттер и на мою страницу ВКонтакте. Все просто туда, ссылочки в описании по вопросам сотрудничества, предложения бесплатной рекламы. Все туда обращаемся, всех пропиарю, если вы подпишетесь на мою группу ВКонтакте и пропиарите ее в ответ. Взаимная реклама — это лайк, плюс и вообще муа, грязные деньги, часть 2. Смотрим интереснейшую серию, погнали. Всем привет, дорогие друзья, всем привет, дорогие подписчики. Кто из старых понимает, что сейчас будет? Сейчас будет «Давайте играть в GTA 5». Это уже обновленная серия, потому что там я играл на PlayStation 3. Сейчас я играю на PlayStation 4, то есть получается Next Gen. И как вы уже поняли по названию серии, здесь я вам покажу свой автопарк машин. Я прошел уже GTA 5, и в конце, кто еще не проходил, дадут хорошее количество денег. Вот, и поэтому я не скупал машины Майклом, Тревором и Франклином. Франклином я покупал самые лучшие машины. Вот, и за Тревора я купил самолет, который этот, золотой, обновленный. Сейчас мы поедем в гараж. Я вам покажу свой... У меня там небольшой автопарк, еще самая клевая у меня машина из тех, которые мне еще больше всем нравится, это, давайте играть в первого лица, так прикольней. Это спортивная новая машина стоимостью 2 миллиона долларов. Вот. Такое можно себе позволить. Потому что в реальной жизни, я уверен, стоит намного больше. Что я сказал, в реальной жизни, да? Но это классическая GTA, здесь вообще ничего не меняется, это одиночный режим. В мультиплеер я так и не играю, у меня закончилась подписка PlayStation Plus, я как-то это... Не затянул у меня мультиплеер. Кстати, давайте я выключу радио. А то еще YouTube забанит меня за это, как за... Не знаю, предыдущее ли это, или по... Недавнее видео анонс Mafia 3, где вначале я выложил там... Выключил у него полностью звук из-за того, что там была песня из трейлера. Вот. А тут мы едем. В принципе, ничего интересного. В GTA вообще ничего не меняется. Она как была отличной игрой, так и осталась. Как я и говорю, на PC-то она вышла. Но что-то довольны, ребят? Напишите в комментариях, довольны ли вы выходом данной игры на PC. Потому что я на компьютерах в нее не играл, потому что у меня из компьютеров только MacBook. Это, как вы знаете, компьютер с маленькой буквы К. Итак, заходим в гараж. Я думаю, даже немногие на нем катались, потому что это из последнего обновления на PlayStation. Давайте мы полюбуемся на него. Это очень клевый автомобиль, мне он очень нравится. По ходовым я бы не сказал, что он прям вот что-то особенное. Смотри, как он умеет. Это, кстати, не полностью у меня все еще прокачанное в автосалоне. В этих, вернее. Тюнинг-центрах, вот. Сейчас нам надо приехаться в место стоянки конфискованного транспорта и выкупить у меня. Там стоит одна супермашина, которую я хочу показать. Мне она вообще очень нравится, она очень быстрая. Ну да. И очень клево управляется она. Это у меня такая... Знаете, она мне что напоминает? Она мне напоминает машину из Бэтмена почему-то. Я не могу, у меня еще фары здесь такие зауженные. И вообще она очень клёво... О, возьму музыку. Она очень клёво выглядит. Мне она вообще нравится еще в белом цвете с такими серыми вкраплениями. Это я все делал. Вот. Мешайте, уйди от меня. Кстати, нас поцарапали. Ну, небольшая беда. Вот так вот она выглядит изнутри. Это все дерево. Это 30-е... года, то есть 39-е, 40-е уже начало. Такие машины были. Это, знаете, откуда я знаю? Это из Мафии 2 я знаю. То есть там были такие же машины, мне не очень нравились. Они так туго-туго управлялись. Почему я люблю играть в GTA 5 на камеру? Потому что можно говорить хоть что без сценария. И это прокатит. Вот мы в полицейском участке. Попробуем здесь свою машину. Ее тоже конфискуют, если мы ее здесь оставим. Но нам надо забрать... 20, по-моему. Да, вот это вот моя малышка, на которой всегда иди. Как видите, у меня Франклин в белом костюмчике таком. Смотрите, это сейчас я выйду на свет, покажу. Это моя вообще любимая музыка. Это вообще моя любимая машина здесь. Она стоит 2 миллиона.
Смотрите, я добавил синие такие полоски, она тоже полностью модифицирована. Здесь стоит электрический двигатель в паре с обычным двигателем внутреннего сгорания. V8, по-моему, я не помню. Послушайте звук. Послушали, да? Это вообще божественно. Изнутри мне, кстати, тоже нравится. Знаете, чем? Смотрите, вот спидометр, он виден полностью. Так что это очень удобно, когда ты играешь от первого лица. Все видно, сколько ты разгоняешься. Она очень быстрая. Она крайне быстрая. И она очень хорошо тормозит, у нее задний спойлер поднимается. И давайте мы на этой машине куда-нибудь прокатимся. Я думаю, нам стоит прокатиться по какой-нибудь вот такой вот трассе вот до сюда. Вот. Так что если вы полностью пройдете GTA... Так что это... О, мы уже въехали. Вы видели спойлер, да, поднялся? Так что смело покупайте эту машину, можете ее еще апгрейдить, так сказать, до максимального. Поставить сюда турбонаддув, тормоза получше сделать. То, что... Ну, это вообще бешеная машина вообще получается. Она, по сути, самая быстрая в GTA. Я не говорю про GTA на персональных компьютерах, то, что там модов понаставили и колхоз-колхоз. Пошел. Нет, это вот PlayStation-овская GTA. Так что сюда моды не поставишь, это слава богу, потому что моды я не люблю. Когда у меня был компьютер, я вообще этим не занимался. Вот такая вот, наверное, скучная у меня жизнь. Современные школьники скажут, что да нет, жизнь-то была веселая, во дворе играли. В мячик, а не в компьютер сидели. И сейчас современные школьники, которым по 9-10 лет, не знают, что такое двор, мячик, и как играть в... Савочки, в казаки-разбойники. Очень грустно, кстати, это замечать, потому что у нас во дворе, где я играл, сейчас никто вообще не играет. Поле заросло травой, а раньше оно было песчаное, там ворота стоят, а сейчас просто заросло травой, подорожником, и все, потому что там никто не играет, не бегает. А когда мы там были, оно все было из песка, там постоянно какие-то были соревнования, все бегали. Хотя вот, мне 17 лет, это было, по сути, не так давно, то есть это 2007, 2006, 2005 год, 2004, 2008. А все, в 15 году уже все, детям мне это не надо, у детей есть iPad, боже мой. О чем я говорю? А просто накипело вот это вот, иногда смотришь на детей, даже у меня в школе, все ходят с iPad'ами, с айфонами, 1-5 класс, iPhone 6+, это вообще нормальное явление. ВКонтакте сидят. Боже мой, я ВКонтакте зарегистрировался в 2009 году, когда он только появился. Давайте вот на это испытательное поле выйдем. И то тогда ВКонтакте это было вообще что-то, это нечто необычное для общения, это было вообще must-have. И сейчас, ну, ВКонтакте вообще, считаю, изжил себя. Там какой-то вообще бред. Полный пошел. Давайте я вам включу, вот спойлер поднимается, когда скорость набираешь и когда скидываешь. Давайте обгоним этих лузеров, боже мой. Чуть не сругался, ребят. Вы не должны ругаться, потому что это плохо. Вот, и я не должен, потому что это тоже плохо, я не ругаюсь. Вот такие вот дела. В общем, мы едем, в стычек мы быстро едем по песку. Сейчас так завернем, так и в пальму. Нет. Смотрите, как она быстро останавливается. Раз, два, три. И все, мы остановились. Что-то у нас бочина такая разбилась. О, слушай, вообще как это. Как будто мы бомжать. Давайте посмотрим максимальную скорость. Боже мой. Итак, вот включили. Давайте раз, два, три, поехали. 60, 80, 100. Давай. Вообще в GTA стоит ограничитель на 110. Но иногда выдается и до 120 км в час. Вот 120 и тормозим. До 120. Вот, все, мы затормозили. Даже этот стрелка спидометра не успевает за торможением этой ласточки. Это вообще это. Она божественно управляется, она не чувствуется бешеной. То есть ты как сложно в занос. Занос она при обычных поворотах. При ручном торможении она только уходит в занос. И то у нее занос такой, ну, фиговый, потому что не для заноса. Вот так вот она вообще управляется божественно. Да, божественно. Кстати, давайте, раз это такое лайв-видео на фоне GTA, давайте поговорим про то, почему у меня так мало подписчиков, а я не знаю почему, так что подписываемся и ставим лайки, заходим в мою группу ВКонтакте. Это обязательно. Вот. Группа ВКонтакте, это хорошо.
то, что в этой группе она пытается развиваться, без вашей помощи она никак вообще не разовьется, вы это понимаете? Наверное, нет. О, сидя, пипец. Вообще писян. Писька. Да, это можно говорить, все остальное нельзя. Это я вам сказал. Мое слово закон. Вот. Суть она еще обладает феноменальными бездорожными качествами. Качествами внедорожника. Оп, суть. И поехали. Я эту машину вообще изнасиловал. А что там? Что там такое? Что это нам? Что это за херня? Да, мы возьмем какой-нибудь пистолет. Наверное, бронебойный. А ничего, его убили, а что, офигели? Эй, я тебя спас. О, сейчас мне дать много денег. Какой-то бомж, какого-то бомжа спас, у которого немного денег, и типа их из головой не дружат, убивать человека за полкосаря. Да, 500 долларов немного. Сейчас он мне даст денег, а у меня 8 миллионов есть. Что такое? Ухожись. Опа, еще байкерские прям разборки у нас. Вот что я влип? Миллионер, что ты влип? Что, у нас запись идет? Да. Опа-на! А ничего такое, вообще офигели. Сейчас мы всех перестреляем. Писька. Все. Мы крутые. Он мне дал 1000 баксов. Можно купить себе ботинки, например, на 1000 баксов. Да. Ну, в GTA я имею в виду, в реальной жизни. С современным курсом вот эти приемы. Но 1000 баксов-то можно, это достаточно купить, там 70 тысяч получается. Айфон можно купить на 1000 баксов. Это что делать? Делать, задавлю. Еще 2 упала, еще 0 даю. Вот с этим крутые вообще. А ты спидометра нет. А, выключи. А, нет. В общем, вот такие вот дела в GTA. Вообще ничего не меняется. Ну, клёвую машину чем там оставил. Боже мой, чем я там оставил. Сейчас придется возвращаться. Или хотя нет. Не знаю, ребят, что вам показать. Пишите в комментариях ваши предложения, если вы, конечно, досмотрели до этого момента, хотя... Не уверен вообще, для кого я сейчас говорю. Не, для кого-то и говорю, для преданного верного зрителя, которых у меня штучек 10-12. Если вы это смотрели, ребята, вообще лучше. Вы реально стоите того, чтобы про вас говорили. То, что у меня почти 700 человек. То, что, ну, что-то до 700 мы все не можем эту цифру преодолеть. Это прям какой-то это порог, кажется... Что через 700 человек у меня будет вообще это все идти, но... Не знаю, 700 человек — это почти 1000. Это ближе к 1000, чем 100. Это такие у меня размышления. До 1000, я думаю, вообще с вами ничего не сделаю. Потому что как-то вы неактивны, и... Ну, это не ваша вина, конечно. Вы святые. Моя вина явно. Какие-то у нас грустные темы, да, вы не привыкли меня видеть грустным. Хотя, кто меня знает в жизни, наверное, с этим может поспорить, да-да-да, потому что в жизни-то я не всегда веселый. Хотя вам это лучше не знать. Забудьте эту информацию сейчас, о чем я говорю. То, что в жизни вы меня вряд ли встретите. А если встретите, скажете, бог ты мой, кого мы встретили? Да. Ну, еще записи осталось. 5 минут. Так что, смотрите, мы уложились 20 минут серии. Это бомбезно.
В общем, что вы за эту серию узнали? Нихера вы за эту серию не узнали. Вы узнали, что моя собака сейчас спит и смотрит на меня как на дебила, разговаривающегося сам с собой. А, впрочем, вот такие вот... Подбили еще одну. Вот такие вот дела, ребятушки, друзьяшки. Друзьяшки, ребятяшки. Вы у меня лучшие подписчики, самые лучшие. Знаете, подписчики канала Zaha Channel — это лучшие подписчики из всех подписчиков, которые только можно представить на YouTube. Собака начала искать клад. Вот сейчас полицейский еще стреляем. Вообще, знаете, ребят, полицейские вам только помогают. Стрелять в них нельзя. Ну а с вами был, как всегда, Стас. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Фолловьте меня в Твиттере, Инстаграме, там узнаете самые последние новости, самыми первыми. Это, в принципе, отлично. Я уверен, что вы этого ждете, ждали, и вообще пипец. Смотрите, как. А, не то. Потому что там вы узнаете самые первые новости, самыми первыми. Все, меня убили, ребят. На это мы воскресили в какой-то сельской царской больнице. С вами был, как всегда, Стас. Всех люблю. Подписываемся на меня везде и ставим лайки. Каждый лайк пинает делать мне новые видео все быстрее и быстрее. Всех люблю. С вами был Стас. Пока.